Добрый день. Вот на территории отеля «Амбассадор» находится рынок. Тут можно купить практически все, что хотите. От детских надувных шаров, кругов, кепок, до магнитиков, тарелок и прочих дребедей. Зубные пасты, кошельки, ремни, штаны, статуэтки, мыло, все на свете, 150 бат сумка, 300 рублей, всякие рыбки, тут чего только нету, полностью, и цены тут довольно-таки дешевые, вот корзиночки, а не, 85-75 бат под фрукты. 120 самая большая, 50 бат. Мы тут закупили немало, блин, и мыла, и магнитов. Чай по 30 бат. Чай, да, тут хороший. Вот сланчики, 150 бат. Большой размер. 200 бат. До 41-го 150 бат. Крема. Крема от загара. Для лица, для тела. Чего тут только нету. Рубашки вот эти белые. Все тут ходят. Как эти сектанты, я их зову. Все как с одной секты с капюшонами наденут. Вот и идут. Крема. 3 штуки, 100 бат. Ну да. Берешь. Здравствуйте. Конфетки всякие. 90 бат, 70 бат. Вот это почему-то я раньше не видел за 200 рублей такой мешок. 200 бат. Такой мешок 100 бат. Мешок этих, ну как, кальмары соленые. Не, сумки, чемоданы. Вот прикольный чемодан. Сколько нет цены? Да нет. Наш сегодня, там товарищи уезжали, купили такой, мы не спросили. Он очень легкий, говорят. Попробуй, сколько он. Ну, наверное, с чем-то, с кирпичами. Наверное. А вот такой крем мы купили за 90 бат. Да, вот такой крем от загара. 60 плюс, это довольно-таки мощно. Это самое, больше 60 я не видел. За 90 бат, 180 рублей, 150 миллилитров. А где мой друг с ремнями? Прошли мы, нет? Да, пойдем посмотрим. Кружки, всякая фигня. Там, наверное. Привет. Привет, привет. Да, наверное, прошли. Дуриан. Вот эти вот футболки все тут, рубашки поскупали. По 200 бат. По 200 бат. Вон, наверное, друг. Вот. Где? До сумки вот висят. Вот висят. Вот. Нет, это другой. Да. Мы до того не дошли. Значит, друг. Серебро тут какое? Нет, здесь ты покупал 100%. А, да. Его нет. Кошельки тут, скат, ну правда дорогие, скат очень дорогой, кожа ската. Я вот купил вот такой вот кошелечек за 600 с чем-то бат. Ремни тут купили по 500, ой, по 250 бат, вот такие из коровы. Сделано под крокодила. Масло для лица. Ну как же я вначале не увидел, покупали эти орешки, а тут, блин, вот эти офигенные лавки. Вот тоже кошельки. Вот с кожи скаты.
Где-то мы тут в одном месте покупали тарелочки. Вот, 100 бат, 200 рублей. Вот, для детей, сектантов, как мы называем их. Все тут. И что-то, как назло, никто не встречается. Вот, зелёных. Тарелочки, магнитики. Чего тут только нету. Да, тарелочки самые дешевые. Мы вошли в одном месте. 100 бат. Сумки. Шмотки. Змеиная кожа, змеиная кожа тоже дорогие кошельки. Сланцы, крема, маски. Цена мыла. Вот мыло. Одно мыло. 300. Таких только нет. Вот здесь мы покупали. И магниты здесь покупали. И маски тут есть. Все это. Вот тут тарелочек куча. Ну тут они везде 150 бат. В одном месте, говорю, мы нашли 100 бат. Так что можно никуда не ездить, ни на какие рынки. Все тут. Цена одинаковая. Очки. Где-то маски для плавания. Чай разный. 1,30 бат. 400 бат. Мы вот купили себе тарелочки. Вот тут вот мы купили. Вот тут вот у этого мальчика тарелочки самые вот со 100 бат. Вот такие вот тут. Классные. Везде самые дешевые 150 бат. Вот. Мы купили у него. Ну и зажигалку мы тоже купили тут вот в подарок. И зажигалки тут очень дорогие, с USB-зарядкой. Вечные, как говорят они. Наверное, прикольно. Если бы я курил, я бы себе приобрел. Но так как не курю, мне это не интересно. А так бы 100% эту. Вот такую футболку купили племяннику. Не знаю, будет рад или нет, но я думаю, любой пацан будет рад привезти ему. В первом классе он закончил. Во второй. Он во втором сейчас, да? Да. Вот тут такие. Тоже магнитики Таиланд. Цветочки. 3 штуки, 100 бат. Тут вот. Там, ну, не устойку заплатим, как бы там какую-то, не знаю, сколько там процентов. Вот часы, вот зажигалки, что я говорил, USB-шная, с USB-зарядом, USB-порт. Ну и вот после рынка, тут вот заключительный этот, со злой, как мы ее зовем, злая продавщица, злая тайка. Сразу идет магазин. И сразу же идет магазин, где русские скупают пиво, делают выручку на пиво. Вот так вот там обычно народишь. Сейчас там уже продажи. Да. Так что вот так приезжайте. Отель хороший, территория хорошая, на территории можно все. До новых встреч.